Chalebné začalo. Prvý blin komon. Počti. Триплет, что кто триплет? А, я не треплю. Или я треплет? Треплет, не треплет. Треплет, не треплет. Угу. Слушаю. Денег не будет. Кто у нас на эстраде любит свистеть? Расскажите мне про
Ты сейчас у меня перед глазами японское шоу, где очаровательная кошечка. С дудочкой свистит из кошечки своей. Такие вот картинки проплывают во время здесь и сейчас. Я же здесь и сейчас. Не попадаю. Это хорошо, хорошо, не попадать, это хорошо. Правда? Надо вдуть, рыбка. Кажется, не стоит расслабляться. Очень смешно. Так.
Что готово? Уже готово. Что готово?
хорошо, и рыбку не скучно. В горле пересохло. Умереть под водой от жажды. Ага. А вдруг все рыбки на свете умирают от жажды, и только от жажды. А так бы они были бессмертны. Но нет, они в воде. А, и поэтому они вышли на сушу. Чтобы напиться. Ай, вот как началась эволюция. Рыбка захотела выпить. А почувствовала жажду, поняла, что бессмертия ей не видать. Без выпить. Без утоления жажды. Жажды чего? Ну, давайте подумаем, жажды чего. Жажды прекратить першение в горле. Элементарная вещь. Вдруг почувствовала, что пересохло горло. Рыбка. Кто? А, я рыбка? Нет. Я тоже почувствовала. Я не рыбка. А, рыбка, которая была когда-то давным-давно, миллиарды лет тому назад в океане. Вот точно так же дула. И это... И поехала крыша. У рыбки была крыша? Почему у рыбки была крыша? Какая крыша? А, вода. Вода-крыша. Вода. У рыбки была вода-крыша. И она дула в крышу. Рыбка дула. Пересохла в горле. Честное слово, я не знаю, чем там... Занимаются золотые рыбки в аквариуме, но мысли у меня от вдувания им замечательные. Что нам стоит дом построить?
разведем и будем жить. Разведем. Возведем. Баба слоза. Кобыли легкие. Берегите своих кобыл. А бабу пусть худеют. Двадцать три минуты. Полет нормальный. Если честно, у меня такое ощущение, что прошло 5 минут. А часы показывают 24-ю минуту. Как такое возможно? Thank you.
Не думать. Разве такое мы можем? Невозможно, невозможно. Ведь это невозможно. Возможно, что невозможно возможно. Это невозможно. И пролетела бомба. Очень громкая соседка. Ибо в опере. Петь. Ха-ха-ха-ха.
35 минут, полет нормальный.
Какой-то очередной подарок предлагают. Я тут записала, что мне надо в магазин, но я, по-моему, забыла про спирт. Так. Записи. Так, 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 так. Да, забыла. Запишу. Вот. Теперь, кажется, есть все подготовка. Так как... Чувствую, что не есть. Есть. Какой не есть? Невеста, моя любимая. Все, что у меня вылезает. Невеста. Место. Mm-hmm.
Дальше я не помню. Пилки тоже забыли. Нет, забыл. Вот это же свеча, вот так, Да что ж такое?
Огонь, вода и медные трубы. Вот такая вот мысля в голову попала. И ребро закололо. Ничего, надо отмотать. О, похрустим. Ой. Вау. Вот такие вот дела. Сказать-то больше нечего. Помолчу. Интересно. А какое на самом деле молчание? Или нет? Я как-то раз видела молчание воробьев. В кибуце жила. Вышла на улицу. Сидят куча воробьев на одноэтажных домиках, в которых мы там жили студентами. И молчат. Все. Представьте себе там штука. Ну, 30 где-то. Муравьев, иди в крыш. И здесь сидят, на тебя смотрят и молчат. Про молчание гнят я тогда не думала. И я вообще тогда... Вау, испугалась. Но не сильно. Понял. Вот здесь все вечно забываю. Английское далекое. Далекое и близкое. Не, не то, что сейчас далеко. И близкое далекое. Далекое и близкое, близкое далекое. Опять кот. Угу. 55 минут полет нормальный. Красота какая. Прелесть. Прошу. Этот плод. Ну, маленький плод на краю.
На данный момент я, по-моему, больше ничего не вспомню. Из того, что мне надо вспомнить. Поэтому... Пойду с чем есть. Следующий час моей жизни. Чао.